Встречайте универсальный ноутбук Lenovo IdeaPad Z570 с широким спектром возможностей как для работы, так и для отдыха. Новинка припрятала несколько козырей, таких как процессор Core i5 2410M, дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce 520M, утонченный дизайн и многое другое. Давайте вместе осмотрим этот стильный лэптоп при помощи нашего обзора. В комплект поставки входит аккумулятор, адаптер к сети, диск с драйверами и документация. Внешность Z570 приятно радует глаз. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, которое предотвращает появление отпечатков и пятен. Все линии контура мягкие и плавные. Производители объединили изящность и надежность в одном девайсе. Качество сборки не вызывает нареканий. Все детали хорошо закреплены и крепко держатся на своих местах. Над клавиатурой вы найдете ряд необычных кнопок. Первые две – клавиши включения со стильной точечной подсветкой и восстановление системы One Key Rescue. Далее находятся элементы управления громкостью, режимом звука и работой системы охлаждения. Данная модель оснащена 15,6-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1366 на 768 пикселей. Устройство идеально подойдет для любителей кино, благодаря соотношению сторон экрана 16 к 9. Картинка очень яркая, сочная и контрастная, благодаря глянцевому покрытию. Наличие веб-камеры над дисплеем позволяет свободно устраивать видеочаты с друзьями и коллегами. Два встроенных динамика закрыты металлической сеткой. Их звука будет достаточно как для комфортного просмотра фильма, прослушивания музыки или просто для общения во время видеоконференции. Даже на максимальной громкости отсутствует хрип и треск. А функция One Key Theater обеспечит приятное качество картинки и звучание аппарата. Клавиатура здесь полноразмерная, островного типа с дополнительным цифровым блоком. Клавиши немного вогнуты, имеют мягкий и тихий ход. Их прорезиненная поверхность не позволит пальцам соскальзывать. Тачпад большой, его шероховатая поверхность обеспечивает плавное и уверенное управление курсором. Поддерживается и функция мультитач. Под ним находятся две спаренные кнопки управления. В дополнение к приятной внешности, производители подготовили мощную начинку для своей новинки. В основе Z570 лежит двухъядерный процессор Intel Core i5 2410M с тактовой частотой 2,3 ГГц и 3 МБ кэша 3 уровня. Он абсолютно спокойно выполняет любые поставленные задачи. Лэптоп оснащен жестким диском на 750 ГБ, которого хватит для хранения большой медиатеки. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, но это число легко можно увеличить до 8 гигабайт. За графику здесь отвечают сразу два видеоадаптера. Это встроенная Intel HD Graphics 3000 и дискретная карта NVIDIA GeForce 520M с 1 гигабайтом памяти. Благодаря функции NVIDIA Optimus графические карты работают поочередно, в зависимости от уровня нагрузки. Такая технология позволяет значительно сэкономить затраты энергии. Сбалансированная конфигурация позволяет ноутбуку Z570 легко справляться с повседневными задачами. Также вы сможете окунуться в мир современных игр. Правда, не во всех получится установить максимальные настройки. Тем не менее, для лэптопа такого уровня это отличный показатель. На передней грани расположились картридер и переключатели Wi-Fi и функции NVIDIA Optimus. Правое ребро занимают аудиовыходы для микрофона и наушников, два USB, DVD-привод и LAN. На противоположной стороне находится замок Кенсингтона, DC-in, VGA, HDMI, USB 2.0 и eSATA. Для работы в беспроводных сетях здесь предусмотрены модули Wi-Fi 802.11bgn и Bluetooth 2.1. Данная модель поставляется с FreeDOS на борту. Это позволяет вам самостоятельно выбирать операционную систему на свой вкус. Мы рекомендуем вам пользоваться Windows 7. Эта ОС идеально подходит для ежедневного использования. Она открывает широчайший доступ ко множеству полезных и интересных приложений. Новый ноутбук Z570 получился очень любопытным и заманчивым. За адекватную сумму денег вы получите мощный лэптоп с превосходным и практичным дизайном. Такое устройство станет идеальной заменой настольному ПК. Настоящий универсал от компании Lenovo.